просто массируют сам себя. Я сейчас не знаю. Просто чем меньше известность, тем упадут всегда. Это все проблематично листать, вообще поверьте мне на слово. Там выскочила ошибка, португальского языка нет. Что такое креатив? Дикт. Слушайте, оно имеет эффект? Нет, я сам без понятия, что это. Давайте посмотрим. Может, мы английский читал. Теперь включите. Задачу, которую с помощью этого всего я уже давно закончил, то есть я уже не занимаюсь там, двумя-тремя базами и разбором полетов, что где, каким образом работать, я этот скрипт в основном использую для таких вещей, которые я только что последний показал. Так и можно было сам этот скрипт код создать, я процедуру вставить с помощью миграции? Обратно. Типа ты делаешь execute, там такой херебок, например, там. Ну да, без проблем. Я чуть по-другому сделал. Я не, сначала тоже был вариант сделать хердок. Ну, то есть, в принципе, то же самое. Есть какие изменения, которые ну, с помощью constraint так перекручены, что не одна миграция. То есть, чтобы построить обратную миграцию, ну, без человека не обойдется. Да, есть. Это постоянно такое, если используется constraint. Там какой-то таблицы нету, там поля какого-то нет. Это да. Очень трудно построить разницу. Кстати, это очень легко продемонстрировать. А какой вопрос? То есть, получается, если у нас одна и та же хранимая процедура, мы просто целиком под другим именем в другом файле сохраняем, получается? Ну да. То есть не по файлу держать версии. В общем, два файла просто одного делаем. То есть три. Нет, два. Один миграция, один описание процедуры. Да. Можно было бы здесь хранить, но я все-таки предпочитаю хранить. Ну, хорошо, если у нас альтер идет процедура, поменяю одну, ну, подпиксели процедуру, мы ее сохранили в файле с другим именем, как self-down ее восстановить. Как в чем? Ну вот self-dev, self-down, предыдущую версию подсоединиться. Нам ее не надо отдропать, нам надо ее отальтерить и сделать. Если не используется в другой процедуре, то просто перекомпиляцию всего остального. Если там по ступенькам, да? Ну то есть сейчас мы идем вперед. Вперед, причем без оглядки назад, то есть можно в селдаун ставить сразу в автоматах, что она не может откатиться. Если сделать селдаун, он удалит текущую, выполнит ту миграцию, которая должна быть предыдущей вот этой. То есть... Я, возможно, неправильно выразился. Смотрите, у нас мы функцию, да, вторую версию, но, к примеру, вот мы хотим, мы сделаем сейчас, например, десятую версию, в которой мы вот эту вашу существующую процедуру... Что-то добавим, да? Альтерим, да. И нам надо, когда мы мигрируем с 10 на 5, восстановить вот то, что только что было на экране, и то, что я уже там говорил в 10-й версии. Ну, в принципе, это все делает.
10-я версия должна отвечать за то, чтобы вернуть предыдущий вид. Ну, дропнет текущую и сделает create story. Ну, то есть надо вручную отслеживать, какой файл. Нет, ну, просто... Вот там... Я понимаю, что назад никто не мигрирует, но вот, например... Проходить-то разворачиваешь на 180 градусов, он мигрирует вперед, да? Мигрировать это не интересно. Если у нас там уже есть какие-то данные, получается, все равно тяжело отслеживать. Например, поменяем что? У меня, скажем так, микрофон. Можно перебить, пока спустим. Как бы идея такая. Если кто-то создаст, получается, какой-то фреймворк, который будет отслеживать изменения в базе данных, введенные там вручную, генерировать его в разных языках под этими интеграциями, я думаю, сообщество Linux поставит такому человеку память. Так а он и есть рабочий. Ну, никому, например, Oracle. Oracle, да, рабочий. Но он все равно не поддерживает все усилия. У Firebird есть этот IP-эксперт, и он может показывать разницу между текущей базой и следующей. И генерировать SQL, который позволит вернуться. То есть он анализирует. Можно показать еще раз изменения, которые вы сделали в процедуре? Да. Меняется новая процедура или создается новая копия топ-правда? Что вот это здесь работа, нажимаю и... Изменение процедуры. Так, схватился. Вот так, все. А можно еще раз миграцию прощать? Ну, вот это там, где файл open. Случае я перешел на 10-ю версию. Сейчас при на переходе обратно на 8-ю версию у меня будет та схема, которая должна быть на 8-й версии. Я перешел обратно на 8-ю. Она выполнила вот эти команды. И все. И конкретно с 8-ю она не выполнила. То есть это уже через версию надо делать. В принципе, я немного по-другому сделал, но эффект тоже. То есть, ну, я на 10-й перешел, изменил, потом на одну вниз перешел, и результат у меня функция 8-й версии.